Еще в день открытия выставку «Интерра», что дословно можно перевести как «в земле», брестские критики назвали неоднозначной и спорной. И неудивительно, 9 авторов из Польши представили в экспозиции карандашные рисунки, фотографии, инсталляции и витражи, так или иначе касающиеся тематики землепользования. Выставка – часть большого международного проекта между университетами Беларуси и Польши. Прежде всего, идет речь об обмене студенческими практиками. Месяц назад подобная выставка открылась в Академии изящных искусств в Минске. В это же время выставка белорусских преподавателей и студентов под названием «К звездам» открылась в Торуни. В Бресте, благодаря просторным залам, мы смогли организовать более широкую экспозицию, чем была у нас. Часть работ приехала из Минска, а часть мы привезли с собой. Мы смогли расширить выставку и добавить сюда работы наших аспирантов. Все авторы и участники выставки – профессора и кандидаты наук, которые сегодня учат студентов рисунку в университете Коперника в Торуни. Каждая из работ – своего рода реализованная часть учебной программы. Вместе с тем, каждый экспонат «Интерры» дает возможность самостоятельно поразмышлять о предметах, времени и окружающем мире. Чем больше вы преподаете молодым студентам, тем больше у вас взаимообразный контакт. Вы обогащаете их, а они обогащают вас. И это, наверное, очень здорово, полезно. И полезно не только для вас, и для студентов, а для нас, художников и зрителей из другой страны. Творчество и искусство всегда неоднозначно, порой спорно. У каждого художника свой субъективный взгляд на вещи, равно как и у зрителя. И чтобы составить свое мнение о выставке, нужно сюда прийти. На это у брестского зрителя есть 2 недели. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.